Лежим, отдыхаем, греемся и смотрим кино. Кино про попугая. Да, Ромашечка? Тебе немножко сегодня полегче уже, да? Кушаешь. Заболел, чтоб он 3 дня такой был вяленький. Тошнило его. Смотри, мне крошки собирает, да? Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Закрой глазки и на птичку не смотри. Вот. А ты куда собрался? Ты куда собрался? На улицу. Бежит. Всех срочно дела появились. Нет, на улицу ты не пойдешь, там грязно. У нас сегодня тут была уборка небольшая после птиц. Столько мумифицированных мышек собрали, да, Рон? Очень много. Столько шелупони всякой было. Тут у нас кукуруза. Тут у нас еще семечки для синичек. Прятали. На промысел вышел. Хватит спать, да? С Джеки нельзя играться. На охоту вышел. Тут еще вот осталось сало Синичкина. Грязно во дворе очень. Снег растаял. Грязище. Курочек выпустили, тут месиво такое мне сделали. Но зато нет ни дождя, ни ветра. По-моему, 5 градусов тепла. Ночью нам не дали толком поспать. Вы, наверное, уже все новости читали, смотрели. Было очень громко у нас в городе. 2 раза. Какие-то непонятные звуки были в полночь. И под утро. Ну, под утро я не слышала. Я уснула. Я все проспала. Поэтому не испугалась. Так что лучше спать, ничего не думать. На сухой пенечек. Пока вышла на улицу, чуть сухарики не сгорели мои. Для салата сухари со специями. Вовремя вспомнил. Это был бы пожар. Здесь у меня варится бульон. Еще не знаю, что с него будет. Но просто, чтобы не ложить в морозилку. Косточка очень большая. Я купила вчера на рынке. Очень недорого. Такую булдышку. Может, с нее холодец получится. А может быть, борщ. Говяжью такую обрезала. Из этой булдышки вот столько мякоти. Теперь она у меня тушится вместе с луком, со специями. Вот такая подливка. Любую кашу, макароны, все, что хочешь, подливать можно. И так сегодня целый день. Вчера, и сегодня. И что у нас случилось? Прям такая пивунья, это капец какой-то. В домике гребется. Играется вот прищепками, грызет их. Колокола звоним. Да, Джеки? Какая-то ты неугомонная.
На ужин у меня будет сегодня салат из свежей капусты пекинки. Я его буду готовить по мотивам разных салатов. Посмотрим, что получится. И сюда будет входить, кроме пекинки, можно яблочко добавить для сладости. Лук я сейчас замариную. Яичко сварила. Еще перчик чили добавим. Так, сделаю интересный соус. Соус у меня будет из рыбы. Помните, я недавно готовила рыбу? Вот такую вот, как консерва в масле. Она такая плотненькая. И я захотела из нее сделать соус для этого салата. Обычно такие консервы из тунца, сардин добавляют в салаты. Либо же разминают с йогуртом и делают соус. У меня сегодня вместо йогурта будет сметана. Саша говорит, захотелось тебе повыпендриваться. Ну да, повыпендриваться. Что-то хочется необычного, яркого. После таких ощущений сегодняшней ночи и дня хочется действительно чего-то яркого, необычного. Лучок слегка подсолить. Немножко сахара. Водички. И уксуса. Где-то чайную ложечку. Я пока в блендере пробью соус. Пробуем. Да, как с анчоусами. Вкусненько. Итак, собираем салат. Лук. Лук уже промариновался. Немножко его отцедить. Капусту не нужно мелко резать. Яблоко я не чистила, чтобы был какой-то цвет. Поливаем все это дело соусом. Салатик собираем уже на блюде для подачи. И вуаля! Сытный, красивый, пикантный, яркий салат. Можно его готовить из любой рыбы в масле, консервированной. Можно приготовить, как я, из такой вот сельди. Украсить кусочками рыбы, сухариками. Они здесь очень хорошо дополняют своим хрустом таким салатик. Мне салатик очень понравился. Рекомендую. Это того стоит, чтобы попробовать. Не бойтесь фантазировать, не бойтесь экспериментировать. Готовьте вместе со мной. Вот. Удивляйте своих родных и близких. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Тихого, спокойного вечера. И доброй ночи.